Вы на канале Вот ГСН, и в этом видео мы с вами откроем подарочек от одного из моих лучших друзей в этой игре, ну и, соответственно, моего лучшего друга в отношении канала, моего Дискорда, это Мася. Мась, спасибо тебе большое за то, что ты подарочек прислал. Мы с Масей ни о чем не договаривались, поэтому я, как обычно, не знаю, что внутри подарка, но уже безумно рад и благодарен. Спасибо большое за внимание к моей персоне. Ну что, ребят, открываем, смотрим, что Мася прислал. Я больше чем уверен, что там что-то очень приятное и годное. Ну... Крутякова, просто Крутякова, Мась, спасибо тебе большое, забираем подарочек, откроем сейчас черный ящик, плюс у нас получилось еще 5 купонов, 500 голды в копилку, а значит какую-то из тачек я скоро восстановлю из тех, которые был вынужден продать для того, чтобы забрать себе СТРВК. Итак, ребят, открываем, что у нас в черном ящике, ну явно голдишка, вопросов нет. Еще 200 голды. Итого 700 голды прилетело мне в этом подарке. Плюс осколки Фортиума. Ну и, соответственно, плюс целых 5 купонов. Да, вроде бы немного, но для меня это тоже очень большая радость. Потому что я безумно хочу себе Коро 45Т. И здесь у меня есть возможность еще раз крутануть. Мало ли, вдруг сейчас мне выпадет Коро 45Т. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. Уж больно я не фартовый. Уж больно мне не везет на все эти прокруты и открытия контейнеров. Ну, давай, Коро! Коро, давай! Нет, Коро не дали. Жалко. Жалко, очень обидно. Ну, вот так вот получилось. Я все же надеюсь на то, что у меня получится все-таки выбить Коро отсюда. Если вдруг у вас есть возможность поддержать канал в его развитии путем отправки подобного подарочка, то сделать вы это можете на игровой никнейм, который видите на экране, плюс найдете в описании к данному видео. Спасибо вам большое за поддержку канала в его развитии, спасибо большое за просмотр. Я побежал снимать специально для вас. Ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!